Из перинатального центра в столичную клинику отправили на лечение ребенка, родившегося раньше срока. У девочки критически низкий вес и диагностирован порок сердца. Со дня рождения за ее состоянием следили врачи перинатального центра. Благодаря современным инкубаторам девочка развивается и реагирует на внешние факторы. Дальнейшее ее лечение будет проходить в Морозовской детской городской клинической больнице Москвы. Наш пациент родился раньше времени. Он родился на сроке 33 недели с массой тела 2 килограмма 80 грамм. На сегодняшний день достигнут вес 3 килограмма 500 грамм, то есть 3,5 килограмма он весит. Значит, внутриутробно был диагностирован порок развития, который успешно был прооперирован на нашем этапе. И для дальнейшей абилитации, реабилитации переводим в учреждение федерального уровня, в чем нам помогло очень сильно руководство. Я знаю, что очень долго велись переговоры, что созванивались с различными больницами, с различными учреждениями, не всегда нам давали положительный ответ. Наконец-то нами достигнута договоренность, нас ребенка принимают, и, естественно, до ухудшения его состояния мы на сегодняшний день радуемся тому, что его примут и будет оказана высокоспециализированная помощь в ведущем учреждении страны. Естественно, это и для нас важное событие, и для непосредственно родственников ребенка, потому что на сегодняшний день ребенок сохранный, он психически, физически достаточно адаптированный.